Значит, относительно состояния здоровья Михаила Саакашвили написали мне, близкий его человек, сейчас к нему пускают адвокатов, соответственно, и его мать. И вот мать у него буквально несколько часов там назад была. Вот мне написали, ну, это из его партии, НД, руководство. Добрый вечер, Марк. Ковид у него подтвержден, у Михаила Саакашвили. Были боли в суставах, температура. В настоящее время болит ступня настолько, что самостоятельно уже не может передвигаться без инвалидной коляски. Как говорят доктора, активная фаза кахексии, что вызвано отравлением, и пока из его организма не будут выведены отравляющие вещества, его состояние улучшаться не будет. Он опять теряет вес, сейчас 69 килограмм, весит Михаил Саакашвили. Прогнозы только плохие, в любое время его состояние может резко ухудшиться. Возможно, кома с вытекающими последствиями, ну и так далее. Я буквально несколько минут назад говорил с его мамой, она единственная, которая пока еще пускает к нему из близкого окружения, она была у него час назад. Эта информация... Ну, трехчасовой давности. Ну, смотрите, двухчасовой. А смотрите как. Мы, конечно, долго крепились, предупреждали. Мы буквально в ближайшие дни объявим. Больше мы не видим смысла воздействовать на посольство, представительство Грузии. Ну, они не слышат нас. Ну, значит, мы будем по-другому уже действовать. Мы будем оказывать воздействие на тех, кто принимает решения на Западе. В том числе и санкционные, в том числе и обеспечивает политическое давление. Тех, кого Грузия пока еще считает союзниками, на кого публично ориентируется. Поэтому мы будем готовить новую акцию. Следите за нашими эфирами, начнем собирать силами собираться. И я думаю, проведем, и воздействие будет вполне болезненным. Раз руководство Грузии не реагирует, а времени после 4 января нашего предыдущего выступления прошло предостаточно. Ну, раз ничего не происходит, значит, мы вынуждены будем повторить этот спектакль, так что ничем хорошим он не грозит. Зря не слушают, зря вот как-то, я не знаю, раз и решили, отправили полечиться его. В нем 195 килограмм, он 69 весь. 195 рост, весь 69 килограмм. Попробуйте прикинуть там соотношение, что это как выглядит. Так что в ближайшее время, сам мы сейчас согласуем все, подготовимся, и нам очень важно, чтобы все те, кто и без того принимали участие в публичных этих выступлениях, собрались силами и, в общем, попытались еще раз убедить только теперь уже правительство своих стран, Соединенных Штатов, Европейские, Франции, откуда родом госпожа Зурабишвили, имела французское гражданство, и ее двоюродные сестры, госпожа Данкос, и масса других людей, Великобритании, Германии, так и других мест, которые так дороги руководству Грузии, что оно не готово даже пойти на такую гуманитарную акцию, освободить Михаила Саакашвили для лечения в какой-то стране вне пределов Грузии. Ну, значит, будем тогда проводить снова.